Однажды соловей сказал павлину: «Стоит мне лишь завести трель, как люди собираются слушать чистоту и красоту моего голоса. Человек может быть убийцей, но одновременно он эстет». Павлин послушал и решил, что с помощью своего сказочно-прекрасного оперения он приобретет себе такую толпу поклонников, какая соловью и не снилась. И вот он отправился к людному месту и стал пыжиться и ежеминутно складывать и распускать свой хвост так, чтобы это всем бросалось в глаза. Один из людей произнес: «С этим несчастным павлином что-то не в порядке. Он никак не может успокоиться, наверное, он чем-то болен». И они схватили павлина и убили его. Чтобы его болезнь не распространилась на всех домашних птиц.